Итак, я купаюсь. Там-дам-дам-дам-дам-дам-дам. И там были мои ноги. Я ее тестировала несколько месяцев. Как бы не забыть, наверное, месяцев 5. Ну, я, естественно, заказала не себе. Так, второе, что я купила. Ну, нет, не купила. Вру. Почему? Не скромничай. Еще раз всем огроменный привет. В этом видео я хочу... Не забыла. Всем огромный привет. Всем еще раз большой привет. О, у меня тут все колпачки видны, и я теперь это вижу, что у меня что-то видно. Огромный привет всем моим зрителям, и в этом видео я... Всем привет! В таком одухотворенном поэтическом понятии, как женская красота... Всем моим зрителям огромный привет, и в этом видео я хочу... Подушка не видна. Всем большой привет, и в этом видео я хотела бы сделать... своеобразное ревью на вот такие кремовые стойкие тени Dior. Всем моим зрителям огромный привет, и в этом видео я хочу ответить преимущественно. Что такое, как это лысый? Огромный привет всем моим зрителям, и в этом видео я хочу показать продукты, которые мне по разным причинам не подошли, и, соответственно, которые я решаю выкинуть. Огромный привет всем моим зрителям. Это видео я снимаю совместно с Сергеем Нагорным. И мы постараемся изложить свой взгляд на тему качеств, которые, на наш взгляд... Что мне понравилось, что не очень. Продуктов достаточно много, я постараюсь сильно вас не утомлять. Итак, начнем, пожалуй. Это пойдет на рожек костра. На рожу костра? Да, на рожу костра. Письма девчонок подросткового возраста, и вопросы очень многие повторяются, поэтому... Всем моим зрителям огромный привет, и в этом видео я хотела бы поделиться с вами новостью и рассказать про то, что мой выпуск странных комментариев зрителей включили в бьютинах. Вот такое вот достижение а-ля малинового калоша, в общем, такое... Не очень приятно, с одной стороны, но мне хотелось бы, в общем, эту проблему осветить, потому что мне написало человек 20 личных сообщений. Всем огромный привет. Хотела вам показать еще фонарики, которые запускают у нас. Но нифига не видно.